Привет, мои любимые. Привет, привет. Захотелось еще вам один стих прочитать. Вот только-только написала его. Я не могу, чтобы с вами не поделиться. Так. Сейчас, секундочку. Надо было, наверное, сразу найти. Ну, у меня, как всегда, все так, как есть. Три колибри за окном мне напомнили, что дом мой всегда, он тут во мне, летом, в стужу, по весне. Он всегда во мне, он рядом, пеньем птиц и виноградом, смехом деток и ручьем, он во мне, всегда я в нем. Дом не стены и забор, не загоны для коров, дом то храм твоей души, все всегда в себе ищи. Проявление ты Бога, и тебе одна дорога, свет, любовь и процветание. В свете нету увядания, ты всегда дари тотально, и обряшешь ты буквально. Страха нет, коль любишь ты, мы все Господа цветы. И вот слушаю, Бог есть любовь, Сатья Саи Никоша, мне так нравится. Кому интересно, зайдите в ВКонтакт, послушайте. Это просто что-то. Очень-очень нравится. Там Никоша говорит о любви. И это очень-очень-очень классно. Всем волшебного дня. Спросили вы, что я кушаю. Вообще не кушаю. Я вот третий день сегодня ничего не ем. Только вот стакан молока выпила. Но это тоже, наверное, еда с медом. И... пью очень-очень много воды. Наверное, литра 3-5 в день, не знаю. С немножко туда лимона, просто теплая водичка. И пью очень много. Кушать вообще не хочется, не кушаю. Пока-пока. Всем волшебного дня.